Hello again students of the ninth forum and today we are going to look through Spotlight on Russia 3 section of our wonderful Spotlight 9 study book and it's going to be about ghost stories. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы с вами посмотрим секцию Spotlight on Russia 3 нашего замечательного учебника Spotlight 9 и она будет посвящена рассказам и историям о призраках. So do you believe in superstitions and ghosts? In Russia, there are many people that believe there are friendly ghosts that live in their homes, who bring them good, luck and good fortune. Здесь вам предлагается ответить на вопрос, верите ли вы сами в какие-то предрассудки и призраков. В России много людей, которые верят, что есть дружественные, да, дружелюбные привидения, которые живут в их домах, которые приносят удачу и богатство. Spotlight on Russia introduces you to two friendly neighborhood ghosts. И Spotlight on Russia желает вас познакомить с двумя дружелюбными привидениями, которые живут недалеко от нас. Russia has many folk tales and superstitions about ghosts and spirits. The Domovoy and Rusalka are two of the most well-known spirits in Russian folklore. Как мы знаем, в России существует множество народных сказаний и предрассудков по поводу привидений и призраков, ну, духов. Домовой и русалка – два наиболее известных духов в русском фольклоре. Сейчас мы послушаем и почитаем тексты про домового и русалку, а потом обсудим те задания, которые нас просят выполнить авторы учебника. So let's begin. The Domovoy. The Domovoy is a house spirit who lives under the doorstep or behind the stove. Sometimes, the owner of a new house puts a piece of bread under the new stove to attract the domovoi. The domovoi brings good luck to a house if its family treats him well. He finishes household jobs when the family is asleep and takes care of family animals. He also screams during the night if there is a stranger outside or a fire. The Rusalka. Another well known spirit is the Rusalka. She is the spirit of a young woman who drowned. People that have seen her say she has long, wet hair that never dries. The Rusalka lives at the bottom of lakes, rivers or streams, but when there is a new moon, she comes out to a nearby forest or meadow. There, she sits on a tree and combs her hair or dances in circles with other Rusalkas. When the Rusalka sees a handsome man, she sings beautiful songs to him and leads him to the bottom of the water where he drowns. Так давайте посмотрим поближе на этих наших призраков. Домовой достаточно симпатичный, хоть и немного безумный, на мой взгляд, персонаж. Кто такой домовой? Домовой это домашний дух, который живет под порогом или же за печкой. Иногда, если человек покупает, ну, строит, да, въезжает в новый дом, то есть он новосел, он кладет кусочек хлеба под печку, чтобы привлечь домового. Домовой приносит удачу дому, если семья, проживающая в нем, относится к нему хорошо. Он завершает домашние дела, когда семья спит, и заботится о животных. То есть не успели вы там, ну, не знаю, окна помыть, да, весь день убирались, а на окна сил не хватило, легли спать, домовой их для вас вымыет, если вы, конечно, его подкармливаете, любите его и относитесь к нему хорошо. Еще ночью он может кричать, если снаружи незнакомец или же пожар. Следующий дух – это русалка. Другой знаменитый, хорошо известный дух – русалка. Это призрак молодой женщины, которая утонула. Люди, которые ее видели, говорят, что у нее длинные мокрые волосы, которые никогда не высыхают. Русалка живет на дне озер, рек, ну, ручьев каких-то, больших ручьев имеется в виду. Но когда полнолуние, новолуние, она выходит в ближайший лес или же на ближайший луг. Там, сидя на дереве, она расчесывает свои волосы, или же танцуют в хороводах с другими русалками. Когда русалка видит симпатичного мужчину, она начинает петь ему красивые песни и заводит его, заманивает на дно водоема, где мужчина тонет. Я, честно, не знаю, почему они считают русалку дружелюбным призраком, если такие как бы, последствия встречи с ней. Ну, что ж, пусть это останется на их усмотрение. And what we are to do. First, we are to discuss do you believe in superstitions and ghosts, why and why not. Вам предлагается обсудить вопрос о том, верите ли вы в предсказания, предрассудки и призраков, почему и почему нет. Следующий вопрос для дискуссии. Have you ever been to a haunted place? How did you feel? Случалось ли вам бывать вместе населенным призраками? Как вы себя в этот момент чувствовали? If you could be a ghost, would you choose to be a good or bad? Why? Если бы вам представилась уникальная, безусловно, возможность стать призраком, что бы вы выбрали, каким стать? Хорошим или плохим? И почему? Этот вопрос наиболее интересным, мне кажется, из всей дискуссии. Но как только вы его обсудите, нужно будет переходить к activity. Do some research about superstitions and ghosts. When and where do these stories come from? Вам предлагается провести небольшой поиск, исследование о предрассудках и призраках. То есть вас просят найти какие-то истории, свидетельства, да, их появление. И указать когда и откуда происходят эти истории. То есть, например, какие-то там, ну не знаю, французские призраки, русские призраки. Это будет В. Желательно с более подробным указанием места. Помните про Челленгем? Касл, то есть какой-то замок, какой-то дом, какой-то лес может быть, да. Ну и когда эти истории зародились, это будет идеально, да. То есть сколько там уже люди наблюдают эти странные явления, тоже будет интересно узнать. Я надеюсь, это задание не составит для вас труда. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye bye.